Приветствую вас. Как мне показалось из вашего текста, по крайней мере, как мне показалось, на мой взгляд, здесь вы как будто бы сталкиваетесь с следующей проблематикой. Проблематика заключается, как мне кажется, в том, что у вас есть так скажем, противоречие. У вас есть противоречие между тем, что вы сами о себе думаете, вот. Между тем, как вы сами, например, к себе относитесь, и тем, собственно говоря, какая вы на самом деле. Вот. То есть я вам, безусловно, верю относительно того, что какие-то вещи вам, ну, могут не подходить. Вот. Я верю, что вы, ну, действительно можете считать для себя как бы что-то неприемлемое, вот. И это нормально, но то, что вас к такому человеку тянет, вот, говорит о том, что, вероятно, вы не совсем та, которой пытаетесь, ну, как бы, представить. Вот. Возможно только, возможно, вы не совсем сами собой являетесь. То есть то, как вы пытаетесь выглядеть для других обычно, вот, не совсем то, какая вы на самом деле. Вот это, мне кажется, один из ключевых моментов здесь. Вот. И, соответственно, на этом как бы нужно зафиксировать ваше внимание. Как мне кажется. Вот. Следующий важный момент, на котором я бы, значит, заострил ваше внимание, это личные границы. То есть такое ощущение, что вам будет сложно выстраивать личные границы с человеком. То есть, ну и что, если он, значит, действительно, я имею в виду, этот парень, да, ну что, если он там действительно с какой-то целью определенной с вами проводит время. Если вас что-то не устроит, вы в любой момент можете сказать ему: нет, меня это не устраивает. Если вам что-то не понравится, и вы почувствуете, что вам это не нравится, вы в любой момент можете сказать человеку, что вам это не нравится. И это нормально,
будет абсолютно. Вот. Поэтому, как бы, на это нужно заострить внимание вам. Вот, и, соответственно, если вы больше будете уделять внимание своим личным границам, то есть то, что вам нравится, например, да, и то, что вам не нравится, вот, если вы будете на этом заострять свое внимание, если вы будете выражать это, учиться выражать, так же, как и этот человек, с которым вы общаетесь, то ситуация будет, в принципе, гораздо более легкой. Вот. Мне, например, кажется, что именно это вас и привлекает в этом человеке, да, при том, что вы чувствуете, что вам он не очень подходит, вот. Значит, при том, что вы чувствуете, что вас не очень это устраивает, вот. Значит, вы все равно к этому человеку тянете. Вот. Вот такая история. То есть я как бы думаю, что как бы на это вам тоже, как бы, нужно обратить внимание, вот. Такая история, как мне кажется, вот. В принципе, такой аспект. Вот. Что делать в этом случае, решать вам. Вот. Психолог может помочь вам определиться и разобраться в себе и в том, что вы чувствуете и дальше вам будет проще двигаться, дальше вам будет проще продвигать какую-то вот свою модель поведения. На этом все. Я, значит, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Вот, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она
пригодится.